Всем привет! Сегодня мы разберем жиросжигатель Black Spider от Hell Labs. Купить товары по выгодной цене со скидкой можно по ссылкам в описании к видео. Вы на канале Разбиратор. Вообще, эта компания часто выпускает российские аналоги известных американских брендов, в частности, притринов и жиросжигателей. В моем примере это российский аналог на линейку жиросжигателей компании Клома, куда входят всем известные жиросжигатели Метилдрен, Азия Блэк и Блэк Спайдер. Вот российский аналог Блэк Спайдера, кстати, самого мощного из той линейки. Те жиросжигатели приобрели популярность за счет их состава, куда входила всем знаменитая ЭКО, а именно аспирин, кофеин и эфедрин. И именно за счет эфедрина, самого мощного ингредиента по жиросжиганию, та линейка была очень популярна. Однако в России эфедрин запрещен, приравнивается к наркотическим препаратам, поэтому российский аналог повторил полностью состав без этого ингредиента. Но все равно состав остается тоже очень хороший, термогенный эффект вам обеспечен за счет различных экстрактов, их здесь очень много. Стандартный кофеин, витамины группы В, хром для аппетита углеводного обмена и 100 капсул в банке принимать по одной капсуле, то есть хватит надолго.